Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, а видите продолжение партии за Германию в Sid Meier's Civilization 6 Gathering Storm. Если вы случайно наткнулись на это видео и не видели начало, то рекомендую перейти к нему. Ссылка на первую серию появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео. Всегда лучше смотреть с самого начала. Также напомню, что спонсоры канала все серии видят сразу во вкладке сообщества, а для всех остальных приятного продолжения просмотра. Обращаться супертелка. Ну, это же компьютерная игра. Это же нереальная жизнь. Ведь так? Да нет, просто это не ника, это предложение. Как бы, поэтому сложно как-то обращаться. Блин, мне надо города выращивать. Срочно. Потому что, видите, вот тут из-за лояльности они могут просто отваливаться. Так, и тут я хотел где поставить? Ну, пока сюда пойдем. Блин, не хочу пока тут, наверное, лес вырубать. Давайте шахты лучше делать пока. О, все-таки решил его уговорить, да? Ты еще ульм поставил так. Ну, конечно, этот город. С одной стороны, меня будет защищать от зулусов. А у меня такие жирные караваны в Ереванде. Я, кстати, вот не понимаю, почему в него по 12-13 золота. Потому что японец, из прибрежных городов в прибрежный город. Примерно твой был, и больше дальше не лезу. Мне тогда это места хватит. Эти, как его... Морские города дают торговле буст. Ты мне что-то говорил, потому что ты ушел в это время? Нет, я говорил КГРК. Не, я супер было спрашиваю. Я говорю, что я ставлю город примерно вот туда, где твой был, и дальше вот за эту горную гряду я не лезу. Мне хватит места для расселения в таком случае. Ну, на берег, в смысле? Да, вот там, где был твой город, только клетка левее. Ну да, то твое место. Ну, хорошо. Ой. Ух ты. Так. Сколько там 3 хода? У меня тут 2 очка осталось. Еще, блин, вылезу в нормальный век. Так, один заряд. Тут один заряд. Может не вырубать, пока сюда пойдем. Кто это у нас такой темно-фиолетовый? Или черный? Ну, это, наверное, я. То есть ты уже приплыл к кому-то, да? Ну, я не доплыл, меня там наваляли варвары, я уплыл назад. Так, тут один ход подождем, я хочу центр коммерции построить. Еще где-нибудь надо производство выбирать. Ага, во Франкфурте. Варвары они такие, они навалять могут. Так, Магнуса я сюда определил. Ну, Вахин, наверное, лян тогда пока Пингалу тут. Тут на еду надо что-то. Вообще, если б не такие жирные караваны, я бы сам уже, наверное, Ереван забрал с моря про. Там просто один проход, а на милишечниками только с одной клетки такой. Ну да, так, поэтому тут я ждем прибытия Магнуса. Здесь, наверное, из Ульма отправлю караван.
Да, тут у ацтека справа столько места, а он в сторону грузина поселился, как всегда. В смысле? Там тундра и пустыня. Куда мне там селиться справа? Нормальные там места. Нормальная тундра и пустыня, я согласен. Смотрим, по науке у меня меньше всех, по культуре меньше всех. А еще когда сейчас начнется золотой век, наверное, вообще будет печаль. Ну, тут кампус, конечно, у грузин тоже. Ванкер, а ты что, Акад так и не забрал, что ли? Не фонтаны. Убился об него? Ну, почти. Он как-то очень внезапно стены поставил, тварь. Ну, как внезапно? Там всегда видно, что город строит стены. Сейчас зал для приемов построится, надо будет еще... Видно, не сильно. Наверное, Рейну надо будет в какой-нибудь Франкфурт, как у нас по лояльности. Ну, вообще, в плюс идет. Может, Амани тогда? Можно взять Амани. Я хочу Нюрнберг попытаться лояльностью как-то... отвалить. Но для этого надо города вот эти окружающие вырастить. Хорошенько. Так, из Ульма давайте в Майнц. Тут у нас 2-3 дают. Алексей, сделка. Опять дружба. Ну, с Зулусом, конечно, стоит дружить. Тут, в принципе, можно разобрать пока. То есть вот тут я хочу кампус поставить. Можно разобрать это улучшение. А зачем ты у меня Занзибар перекупил? Для очков. Так, стоим, ждем. Нужно пока золото выходить. Я из-за войны в первое золото не вышел, а это для религиозной нации такое себе. С голландцем открытые границы. А за чудо света дают сколько очков? Одно или... Там в зависимости, каким света ты первым, первым или не первым нашел. Нет, нет, не природа, а света. А, ну опять же зависит, современное оно или прошлых веков. Ну вообще 4, наверное, должны дать. Тут Ереван атакует мой город 3 галерами. Но он 3 галерами может взять твой город. Если они одновременно будут бить. Ну там только с 2 леток атаки. Ну Рустави, а, да, тогда я вижу. Будет... Тогда будет долго. Нет, слушай, может взять реально. А что-то Ереван как-то вообще ничего не падает у него. Ну он стены построил, ну как классик, как только я подошел. Ну да. Ну вообще у тебя еще... Может я его тогда заберу? Хотя он у меня по лояльности, наверное, отвалится. Хотя, в принципе, у нас... Так, темный век, золотой Зулус, ацтек. Все равно не хватило членов золотой, да? Да. А я вообще да, в темный... Сейчас Ульм отвалится. Нет. Так, ну тут достроится монумент, во-первых, даст, а вот Франкфурт отвалит. Ну, видите, надо во Франкфурт будет Рейну сажать. Да, сейчас с темным веком у меня будут проблемы с лояльностью, а не у кого-то. Тут надо быстро, я бы сказал, даже вот так на рост будет просто переключить. Нафига я сюда убрал улучшение? Я и так мог ставить район сюда, не убирая улучшения, да?
Так, тут начинаем вырубку. Это за религиозную нацию два раза в обычном виде. Рейну во Франкфурт. Мне надо поставить будет еще плюс 2 лояльности с гарнизоном. Следующий город идет. Ну, давайте сохраним этого работника. Тут обработаем для этого города все. Так, в Майнце что будем строить рынок? Пирамиды в Амстердаме. Конгресс подкрался незаметно. Предлагаю торговые пути ко мне. Но тебя мы не встретили, японцев встретили. Можете, пожалуйста, за ближний бой проголосовать, чтобы я ГГшку быстрее забрал? Ну, нас тут трое. А нас тут пятеро за Лёшу сейчас будет голосовать, потому что он прям в центре. Мы ну, за... смотри, сейчас японец приплывет, он найдет Лёшу, и в течение там еще нескольких ходов он найдет всех остальных. Так что логичнее было бы за японца. И что, что японец найдет? Я потому что... Мы-то не плаваем. Значит... Мы к так нему он найдет, не сможете управлять. К нему? Проголосуй просто за ближний бой. Пятерком? В смысле, мы вообще-то могут посылать караван, только если ты города видишь, что он найдет. Как ты можешь посылать караван, так, не видя города? Тогда заключите дипломатическую. Мы живем в противоположных концах света. Я даже не знаю, в какую сторону плыву. Проголосовали за ближний бой, да. Да, за ближний бой. Как бы это, конечно, не стало плохим известием для Фининио, а фланкера, то есть, да, к которому придут чернокожие товарищи. Так, у меня дополнительный торговый путь появляется. Из Франкфурта в Майнц. Мне бы из Майнца, нет, из Канди, получается, надо отправить. Так, тут три хода строится, тут тоже три. Минус 12, о, тут уже в плюс пошло. Так, в Ульме надо будет, конечно, что-то делать. Блин. Ульм, конечно... плохо здесь. Ну, вообще, получается, конечно, может, я его и зря ставил с другой стороны. То есть у меня останется 7 городов в тех местах, в которых ничего не отвалится. Так, тут Занзибар. Что-то, если, ну, давайте вверх а пойдем. А Бахенджи будет жить? Рынок завершили. Лёша обычно не любит, когда союзные, ой, соседние с ним ГГшки кто-то союзит. Поэтому... Да не союзит, в том и суть, а просто хотя бы отправить туда. Ну, там дело в том, что фланкер её союзник, а она вот прям у Лёши в соседях совсем рядом. Так, давайте, наверное, район какой-то строить. Ну, я потому и спрашиваю. А, блин, один ход до ученичества, давайте подождем. И построим. Кстати, Ганзу. Айвис, Алитис и Супергерл. У вас там есть научные ГГшки на континенте? Коммерческий район. Да, вот нет. Коммерческий район. Тут Ганза будет. Здесь, к сожалению, акведук тоже нигде не поставить. Блин, в смысле, что они
были, но их уже... Данбу... Так, значит, Ганза. В том плане то, что они... Да. Да, они есть, но нет, они не на нашем континенте. Тут что с Ганзой? Ну, на континент... На где-то, видимо. Ну да, где-то на острове, но континент не тот, на котором располагается вот эта тройка перечислить. Коммерческий район здесь ставить, я и хотел сразу там Давай ставить. Быстрее выноси Ереван, я хочу плавать там. Ух ты, плюс 5 Ганза. А чё на тут плюс 5? За соседние ресурсы? Интересно, ну давайте плюс 5. Плюс 5 это всё-таки плюс 5. Так, и мне надо караваны. Так, меняем здесь на лояльность. Леш, дай право прохода, пожалуйста. Я тебе кидал сделку. Да, мне кажется, Ульм все равно отвалится, что бы я тут ни делал. Но если я его выращу достаточно, с другой стороны, будем сейчас стараться. Алексей, ты с Ульмом что будешь делать потом? Ну, захватывать. Что ты считаешь, надо оставить этим восставшим? Не знаю, может просто Зулус придет за хапой. Всё может не хватить в героический век. Но смотрите, сколько сейчас науки. Хотя, вы знаете, это немного на самом деле. 45. Золотым веком. Это не так уж и много. Это что за такой слоупок кризис? Кстати, да. Это у тебя тоже про Нюрнберг вышло, да? Да. Короче, вышел кризис, типа предложить. Грузия захватила Нюрнберг, надо остановить агрессора. Так, что тут у нас с Ганзой? 2, 3, 3. Я бы, наверное, тут ставил. Ну, блин, можно более крутые Ганзы, конечно, делать. Кстати, а вот здесь, если... Ну-ка. 4. О. Давайте мы здесь Ганзу поставим для столицы. Так. Тут, конечно, можно Амани прокачать на... А, чужие города. Нет, нельзя. Что, Пенгалу? Или Ля... Ну, не, надо Пенгалу сажать. Сильно Ульм отваливается. Ну, минус 4 уже не так плохо. Ладно, давайте Пенгалу. Видимо, в Магдебург пока. Не успел. Не успел. Так, что мне там еще лояльность может повысить? Какой-то кризис не про нас. Что там хоть кризис? Что за кризис был? Ну, я себе место отвоевываю для своего существования. Тут кризисы влезают. А за города-государства, что ли? Нет. Нет. Американец поставил не на свой континент и достаточно близко ко мне. Хотя у него место селиться просто достаточно. Что-то через залив. Пока как-то Рустави быстрее падает, чем Ереван. Или там Ереван уже убил все свои
галеры обрустали. Уже почти убился. Одна осталась. Не одна, тут еще плывут. Причем даже... Не прошел. Так, это, вот эту клетку тоже надо выкупить. Так, что с ростом? О, минус 2, это вырос уль. На этом закончим. Балтимор на моей, на моем континенте. Дальше я не агрессирую против тебя. Нежно строим домик. Тебя через залив Сан-Франциско как минимум еще городов 5 встает. И ты это сам прекрасно видишь. Слушай, а где ты у меня Сан-Франциско увидел? Залив Сан-Франциско. Под Цинциннати, справа от Вашингтона. Ты про залив? Да. Так, Ганзу завершили. Я херово, конечно, сейчас расставил. Сейчас я тебя кину. Через три хода можно. Юнити. Ну, хорошо. Мы тогда договариваемся. Не юнити, в смысле районы. Районы хреново расставил. Так, мне нужен, кстати, караван. Сначала караван. Потом мастерскую. Тут будет коммерческий район, тут Ганза. Блин, ну чё, Поти всунул, нифига себе. Вот это поворот. Ну да, постепенно отваливается, но... Я думаю, переживем. Ух ты, кат. Ну реально тут все как-то плотно. Мне кажется, Зулус будет на голландца нападать скорее. Ну мне в Занзибар надо послов. Это точно. Так, в Вахине... Построено. Ну давайте коммерческий район, пожалуй. Здесь сделаем центр коммерции и торговца. Не, давай сначала торговца. Потом центр коммерции добьем. Тут у меня два торговца, у меня как раз двух караванов не хватает. Здесь надо будет купить маячок. Блин, что-то у меня голос стал пропадать. Еще нужны строители, чтобы тут вот окончательно вырубить леса под Магнусом. Плохо с развитием, плохо. Фланкер положение. Что по великим людям. Мгновенно создает древние средневековые стены. Этого я точно первого возьму. И тут уже, конечно... Города долго не будут браться с такими стенами. Ну, просто интересно, смотрите, минус 6, сейчас увеличится население. Ну, уменьшается, ускоряется, потому что у соседей тоже растут города. Так. Эх, Галикарнас увели.
Мачу-Пикчу красиво стоит. Так, что мы здесь будем делать? Акведук. Строится, например, тут. Что с кампусом? Вон есть кампус на плюс 3, да? Значит, смотрите, сюда ставим кампус. Кто построил галькарнасты хоть? Ой, я случайно совсем поставил 15 ходов назад. Ничего себе, случайно. Фу ты, блин, акведук. Кампус. Так, акведук то тогда... Нет, ну город, в принципе, нормально теперь будет давать культуры там веронауки, но, честно говоря, он бы лучше в другом месте. Ну, получается, надо тут акведук, здесь коммерческий район, а здесь только так. Акведук... Коммерческий Ганзу. Но этот вулкан, конечно, будет проблемы мне постоянно создавать. Грузино-армянская резня под Ереваном. Смешно. Ничего себе предъявки. От Рустави он уже отстал, да? Гавань завершена, сюда центр коммерции. Купим маяк 240. Так, из Бремена отправим. И Ульм, Франкфурт бегает. Исканди надо. Америка, предложение. Минус 2. Видите, на 5 выросло, уже минус 2. Но все равно этого не хватает, чтобы не отваливаться. Так что в итоге все-таки, наверное... упадет. Так, город тут и так растет. О, мне тут поселенцев давным-давно опять надо заменить. Ё-моё, опять столько потрачено, как говорится. Так, давайте торговца. Я поменяю карточку на строителей и буду строителей делать. Так, ну в героический прям я должен выходить, обязан. Что-то наверху посмотрим. Блин, вот эту клетку выкупить бы. А то... Ну, вообще голландцу она не особо нужна. У него все на реках, у него скорее. Все, да, вообще... Вот, наверное, фланкер не особо умеет за Голландию играть. У него должно быть намного больше все. Ну, например, кампус ему надо было не здесь ставить, а здесь. Вот тут уже он был бы не на 3, а на 4. Как минимум. Здесь ему надо кампус вот тут... А, он вот тут поставил. Нет, тут тоже нормально. Тут одинаково, в принципе. Тескоко. У меня постоянно грузинские песни какие-то. Челения, без тебя, можно без тебя только? Мне нравятся эти песни. Самая любимая песня в игре — это грузинская. А вы нас скольких создали карту?
Что ж, что скольки? На восьмерых. Четыре хода. А, у кого хотел сначала феодализм хотел сначала. Блин, ну я бы тут провел. Конечно, в Канде не самый выгодный. Ну, так, я феодализм сначала выйду, потому что у меня один караван, и мне не союзы вообще. У меня союзы следующим ходом. Черт. Да, я сперва с Лешей. А зачем? А где от можно стек, вас как, найти? Зачем нам с тобой союз заключать? От они стек, справа, Леша. Ну, вообще... А, стоп. Да. Мы да, по-моему, даже... Зулус, вот. Голландец, вы там как с союзами? На следующий ход союза. Найдите кто-нибудь супергерл. Ты находишься в самом краю карты. Тебя найти сложнее всего. Так, давайте посмотрим, куда нам по золоту выгоднее караваны. К голландцу, значит, надо с голландцем заключать. Голландец, а у тебя когда союзы? На следующий ход. Окей. Так, торговец завершен. Тут покупаем. Блин, я все еще. Алексей, какой союз? Давай. Это Зулус, да? Да, да. С тобой давай военный. Культурный, чтоб. А, военный. А, культурный. И... Кстати, да, давай культурный. Чтоб не отваливался. Точно, мне с тобой культурный надо. Кинул. Фига там кони коцаны у Гарлема. Кстати, кони голландец, стоят. А ты кофе не хочешь поторговать? На табак или оливки, что тебе надо из этого? Глянем, табак только у меня, оливки есть еще у Зулуса. Давайте на оливки. Голландец кинул предложение по ресурсам. Поменять карточку на строителей надо поставить. А, и, кстати, Занзибар перекупить полностью. Он там ресурсы дает неплохие. Из всех городов, которые тут есть, Занзибар самый крутой. Плюс 3. Так, ну, в героический должен прям обязан вылетать. Карточку меняем на создание. О, кстати, могу изоляционизм пока поставить. Давайте изоляционизм и создание строителей. Чуть я вообще забыл про изоляционизм, между прочим. И Ульм прекратил отваливаться. О, культурный союз какие чудеса делает. Так, у нас бегает Канди, Бремен, Франкфурт, Ульм. Давайте из Магдебурга. Здесь покупаем маяк. Блин, я не поставил первого посла. Ну что? Мне Занзибар надо выкупить. Давайте военную подготовку откроем, потом теологию. Грузия, дружбу продлим? Нечего делать, я горский народ. В принципе, свои горы тут я контролирую.
Так. Галанис, дашь проход? Голландец, предложение союза. Давайте я на автомат поставлю, а то что-то я не успеваю этими юнитами исследовать нифига. Союз не вижу. Знаешь, вот плюс 4, но тут соседство с коммерческим районом будет. Так, центр коммерции поставили. Ну не видишь, сам бы кинул тогда, я не успеваю просто. У меня было написано, что ты отменил обсуждение договора. Значит, война. Ну, вот с кем, а с голландцем нам удобнее всего воевать. У Еревана, короче, сейчас был такой предсмертный хрип, короче. Он на последнем издыхании бьет и две галеры просто выспамливает из себя. Так, больше торговых путей. У тебя там ухорочка с Ереваном? Да, я говорю, резня тут. Пока внутри пускаю, пока у нас есть... Это Ереван? Изоляционизм? А такие хорошие караваны были. О, Ганза, плюс 4. Давай быстрее союза выходи, чтоб к тебе так, хорошие приду караваны. Где-нибудь могу. Здесь и здесь. Нет, давайте строителей. Значит, ставим. Тут у нас Ганза. В будущем это уже построено. Так. Ганзу ставим. Тут рынок надо будет купить. Принимаем экономический союз. И... тут хоть что-то обработаем. Да, кстати, культурный союз с Зулусом сразу прекратил отваливание Ульма. Подумать по поводу районов, опять же, где тут акведук ставится. Ну, похоже, надо, что тут акведук, тогда тут центр коммерции, а тут... а тут Ганзу. Ведук, центр коммерции, Ганза. Остык сделка. Да блин, что я не успеваю поставить, да ёбни. Бар надо выкупить, если я следующим ходом тоже не сделаю. Я просто зря открываю. Давайте еще. Мне, конечно, надо в Ахине строить на самом деле строителей, так как там лян. Но я очень плохо эту партию играю, прямо скажем. Просто. Просто отвратительно. Раз у меня время еще есть, давайте по городам пройдемся. Блин, тут надо расти. Если а... империя тоже как-то наклонена немного. Как-то нету. Прям... или у меня самовнушение, то что это наклонная ось.
строителей надо больше. Так, я не могу их покупать за веру, я не вышел в нормальные века. Так, слушайте, народ с другого континента нашел нас хоть кого-нибудь или нет? Да. Я, кстати, у нас не такой уж и большой континент, прямо скажем. О, дополнительный губернаторский титул. Это здорово. Я бы, знаете что, я бы Лян улучшил. Можно, конечно, посадить других ребят, но тут мне надо в столице хоть какую-то еду, а для этого вот эта способность Лян, ну и тут, соответственно, строителей делаем. Тут город вообще не растет. Так. На будущее. Театралочки мы все равно там поставим. Будем вырубать, но в принципе... Знаете, два хода. Что мы два хода? Кайдук я тут, наверное, не буду строить. Давайте еще строителей тогда. Обработаем свинюшек. Морскую традицию. О, феодализм. Блин, народа. Хотя, ну вот голландец, я считаю, что голландец плохо развивается. Для его места и возможностей рек у него... Ну, рек правда, не так уж и много. Вот это, конечно, опасный город. То есть я районы, получается, вокруг... Вулкана стали, но мы, правда, на двойке играем. На этом пока все. Спонсоры канала продолжение могут увидеть прямо сейчас во вкладке сообщества. Для всех остальных оно выйдет завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!